этот год был просто сумасшедшим. После пандемии мы все вернулись на свои работы. А ну-ка, Цыпа, скажи что-нибудь по ГИБДДшному. И вспомнили, что значит плохие боссы. Мне так повезло с тобой. Лучший работник начальство слушается. Тадрал. Ты следующая. Тогда-то мы решились на такое. Олег заблокировал мою корпоративную карту. И даже не вздумай уволиться. А у меня одно предупреждение осталось. Будешь стоять на трассе без жезла. Учредитель, директор. Сама налоги не платит, а по документам. Вот. Магазин на мне. Я слышал, что вы хотите своих боссов замочить. Вы про Даркнет что-нибудь слышали? Там я нашел яд. Капаешь яд в жидкость, и все. Человек умер. Я хочу, чтобы вы грохнули мою училку. Взамен я помогу вам достать яд. Гафарь, русская красавица и чучело в одних трусиках. Моя команда по спасению Нового года. Станем новогодними супергероями и убьем наших боссов. Вот же гад! Которые этого заслуживают. Сначала мы их собьем на машине, потом расстреляем из дробовика, а потом сожжем и пепел смоем в унитаз. Стас! Вы черти, кто такие по жизни будет? Сами представьте? Да. Нахрена ты пальцы-то отрезал? Ну, чтобы туда-сюда не бегать. А если бы у нее был самый новый айфон, ты бы что, башку сюда притащила? До свидания. Секс-пати с сюжетом так здорово.